кружках и секциях при общеобразовательных учреждениях должны заниматься не менее половины учащихся. Такую задачу поставили перед руководством школ столичной власти. Как она выполняется, выясняли представители городской администрации и депутатского корпуса. В детской музыкальной школе имени Ходяшевых звуки музыки слышны из-за каждой двери. Желающих заниматься более чем достаточно даже вечером. В ближайшей перспективе запланировано расширение площадей. Юные музыканты и преподаватели с нетерпением ждут открытия хорового и оркестрового классов. Все подряд уроки идут, а у нас должны и перерывы быть, и технические какие-то перерывы и прочее. Вот то, что мы получим в здании, мы все это сумеем воплотить в жизнь. Это просто наше счастье. С музыкальными школами, так же, как и со школами искусств, все более-менее понятно. Как правило, сюда дети приходят после занятий в общеобразовательной школе. Кстати, там тоже должны работать кружки и секции. Такую задачу ставит перед педагогами администрация города Чебоксары. В 29-й школе вечером соревнуются волейбольные команды. С большим удовольствием в волейбол играют даже родители. Школа неоднократно завоевывала призовые места в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Работают творческие кружки. Огромное внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. В школе есть поисковый отряд, регулярно принимающий участие в вахтах памяти. Штаб поискового движения школьников города Чебоксары сейчас устраиваем. И хотим уже, вот музей тут тесно становится для нас уже, хотим уже там помещение, побольше помещений, музей, побольше музея хотим открыть там. В 39-й школе открыты 5 спортивных секций. По словам директора, в них занимаются 105 детей. Во время проверки в музыкальной студии шли индивидуальные занятия со школьницей. Работала секция по баскетболу. В ней занималось человек 15, но такой охват недостаточен, отметили проверяющие. Чтобы это было сообщество родителей, учителей, от слова не только учить, но и воспитывать. Школы должны быть наполнены энергетикой. Сегодня со стороны муниципалитета создаются все условия по вовлечению детей в мир дополнительного образования. Сегодня есть договора между школами и спортивными школами. Сегодня предоставляются места в ФОКах для занятий. Опыт и педагогический, и родительский показывает, чем больше у ребенка незанятого свободного времени, тем больше риск оказаться на неправильном жизненном пути. Задача взрослых – помочь детям увериться в собственных возможностях и найти применение своим талантам. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика.